Услуга джипинг пользуется спросом у любителей экстремального отдыха. Если бы гости курорта и активно отдыхающие анапчане знали, насколько экстремальна эта услуга на самом деле, многие отказались бы от острых ощущений. Роль джипов, как правило, выполняют автомобили УАЗ и Нива, переоборудованные без согласования сотрудниками ГИБДД. Часто предприниматели, предоставляющие услугу джипинг, игнорируют госстандарты и переделывают автомобили самостоятельно. За такие нарушения предусмотрен административный штраф и требования об устранении неисправностей. В последующем при таком же нарушении наказание грозит арестом до 15 суток. Но штрафы и аресты – явление временное и незначительное по сравнению с риском для жизни и здоровья туристов. Был остановлен водитель автомобиля УАЗ, который нарушил правила дорожно-движения по статье 12.6 административного кодекса «Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности». Что ему грозит? Предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Еще одно проблемное направление – детские перевозки. Перевозчики обязаны организовать безопасное передвижение автобусов с организованными группами детей. При проверке сотрудники ГИБДД и ДПС обращают особое внимание на путевые листы с отметками о прохождении предрейсового медосмотра водителями и техосмотра транспорта, использование ремней безопасности и соблюдение режима труда и отдыха. Правила простые, именно их соблюдение может спасти жизнь. Инспекторы роты ДПС напоминают водителям и предпринимателям об ответственности за жизнь людей, которые воспользовались предоставленными им услугами.